Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная посылка из Китая, и здесь у нас сразу два товара от компании Xiaomi в одной посылке. Ну, конечно, сегодня мы будем смотреть один товар, а другой мы будем завтра, наверное, скорее всего, смотреть, чтобы это все не мешать вместе, поскольку здесь тематика чуть другая будет. Итак, давайте открываем, смотрим. И не забываем заходить в наши группы ВКонтакте, Facebook, Instagram и Telegram, где товары после обзоров продаются по ценам ниже, чем в Китае. Короче, кто успел, тот купил. Все ссылки в описании. Разрезаем этот пакет и смотрим, что мы здесь получаем. Внутри мы получаем, как видите, две коробки. Одна чуть побольше, другая чуть поменьше. Давайте вот эту маленькую сюда выдвинем. А вот эту большую откроем завтра. Так что пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете там внутри. Вот такая вот коробка. Но посмотрим завтра. Итак, первая коробочка. Все на китайском. Здесь Mi. И здесь у нас мышка от Xiaomi. Беспроводная. То есть может работать сразу в двух режимах. И по Bluetooth, и через USB адаптер. Вот, если у вас есть Bluetooth, вы подключаете по Bluetooth и не занимаете свой USB выход на компьютере там или ноутбуке, да. А если у вас нет Bluetooth, тогда подключаете просто через эту фишку, этот свисток, и работаете как обычно. Итак, давайте открываем. Кстати, ссылка на эту мышку будет в описании. Смотрите, там цены и все дела. Открываем. И у меня мышь в серебристом цвете, есть еще и в розовом. Это все у нас металл, потому что холодок. Вот такая вот упаковка, презентабельная. И, блин, она офигеть тонкая, смотрите. Ну, такая необычная. Вот, ну, если, конечно, сравнивать с моей мышью, сейчас вам покажу. Смотрите, это моя мышь, габариты. А это Xiaomi-овская. Ну, можете заценить, да? Плоская, но плюс ее в чем? Вы можете с собой ее брать, это в сумку бросить, она будет занимать место очень мало, поскольку она плоская, компактная. Но, конечно, она такая, ну, необычная, да, не знаю. Это надо будет, конечно, наверное, привыкать. Кнопки тихие, не громкие. Щелчки. Колесико. Ну, такое, да, так как бы трет, нет таких щелчков. Нажимается. Ну, блин, ну такая необычная мышка, надо будет, конечно, привыкать. Вот. С обратной стороны, что мы здесь имеем? Здесь у нас переключатель on-off, наверное, включить-выключить. Да, она даже вот работает, зеленый индикатор. И, как видим, здесь 2,4 частота и Bluetooth. Два режима. Это очень даже супер. Ну, а здесь у нас, судя по всему, батареечки. Сейчас мы это все открываем. Да, внутри две батарейки, кстати, также у нас должны быть... Оригинальные от Xiaomi, так и есть. Типа 3А в комплекте. Ну и сам передатчик, сам свисток, вот он, USB. Сейчас мы его сюда будем подключать. Я брал эту мышку специально для своего моноблока, вот этого T-класс, который вы обосрали там в видосе. Ну, не знаю, все решили почему-то, что он должен быть игровой компьютер за такие деньги. Я, кстати, написал, ну, вы почитайте все комментарии к этому видео. Самое главное, прочитайте первый комментарий, я его там закрепил, это мой коммент к этому видео. Прочитайте, и все вы поймете. Вот, ну я, здесь у нас нет Bluetooth, это все будет работать по этому передатчику, а сейчас возьму еще свой ноутбук и попробуем, как он работает по Bluetooth. Так что подключаем и смотрим. Значит, смотрите, все настолько просто, но это у нас, конечно, Xiaomi, я другого не ожидал. Как видим, сейчас мышка не реагирует, вот курсор, он неподвижен. Берем этот переходник, втыкаем в USB. И все, мышка у нас, как видим, работает. Я сейчас сделаю даже вам вот так вот, будет получше видно. Как видите, мышка работает, все плавненько, но у меня лично претензий к ней, к работе нету. Правая кнопка мыши, все открывается. Но если взять, открыть, к примеру, вот браузер, наш канал на YouTube, скроллить, все нормально, без каких-то рывков. Наша группа ВКонтакте также, присоединяйтесь. Ну, так что претензий к этой мышке у меня нету. И сейчас подключаемся по Bluetooth, посмотрим. Как оказывается, этот зеленый индикатор у нас не только как индикатор, но и как кнопка. То есть, сейчас он горит, как видите, зеленым. Это у нас режим здесь по Wi-Fi. То есть, через наш свисток мы управляем нашим моноблоком. Если мы нажимаем эту кнопочку... Сейчас режим уже Bluetooth, и индикатор у нас горит синим. И мы можем управлять уже нашим ноутбуком, к примеру. Вот сейчас у нас курсор двигается на ноутбуке. Все работает.
А на моноблоке у нас никаких движений нет. Переключаемся на моноблок. Оп, зеленый индикатор. И уже у нас курсор по моноблоку. Все работает. Переключаемся обратно на ноутбук. Переключились, все. У нас курсор на ноутбуке. Так что одной мышкой мы можем управлять сразу двумя устройствами. Это офигеть как удобно. Так что вот такая вот у нас навороченная мышка от Xiaomi Mi Mouse с двойным режимом. Ссылочка, друзья, будет в описании под видео. Переходите, смотрите, рекомендую.